goofy goober. You're a goofy goober. We're all goofy goobers. Goofy, goofy, goober, goober. Put your toys away. Well, all I gotta say, when you tell me not to play, I say no way. No way, no, 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 no way. I'm a kid, you say. When you say I'm a kid, I say, say it again. And then I say, thank you very much. So if you're thinking that you'd like to be like me, go ahead, try to get inside with sex. Всем привет. Мы с Мишаней размялись. Поделали взятие в сет с приседаниями на груди. Сегодня мы сделаем оверхеды и отжимания на кольцах. Как я обещал, сейчас только штанга, только кольца, только перекладина и больше никаких мячиков, никаких просто так приседаний без штанги. Мы начинаем с оверхеда. Немножечко нужно размять плечи простыми обычными движениями. Тяга до подбородка, ну или к шее, какому-то угодно, широким пахом. Примерно 90 вот так. Штанга тянется, гриф, точнее, тянется максимально приближенно к телу и практически чуть ли не касается подбородка. Локти смотрят вверх. Таких движений делаем примерно 20-30 движений. После этого мы штангу берем в верхнее положение и примерно в позиции оверхеда внизу сидим, растягиваемся минуту. Сидим, тянемся. Кисти в верхнем положении завернуты, для того, чтобы был стабильный гриф. Плечи активные, вставлены. Подбородок высоко, смотрим вперед себя. Впереди себя. Вот такое движение. В качестве разминки мы поделаем уходы вниз под штангу. Выглядит это так. И еще один раз. Вес небольшой, для меня большой, для некоторых небольшой. В принципе, просто попробуем все испанил. Сегодняшний комплекс 60 килограмм оверхед, 5 повторений и 15 повторений отжимания на кольца. Таких кругов 5. И закончить как можно быстрее. То бишь на время. Поехали. При отжимании на кольцах обязательно условие касания бицепсом до кольца. И, соответственно, выпрямление в локтях, когда мы поднимаемся наверх. Если вы хотите, чтобы ваше движение стало короче, просто накачайте бицепс
до размеров головы. И тогда вообще проблем с касанием бицепса кольца не было. Проснулись и наверх. Вдох, выдох. Ну вот, в принципе, комплекс закончен. Всем привет!